Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас будет простой и обычный обзорчик на Лазурикса. Я не знаю, ледяной феникс, он у нас на русском будет называться. Вот такая вот сборка. Я специально его не качал вам в топ. То есть составил 5-5 ремку, 10-10 поставил, пятую оживу. По снаряхе у меня тут стоит проклятое поле. Созвездием, то есть я его не собирал топово там на уклонение либо еще на что-то, то есть просто вот наролил там практически за 2000 само. Вот у меня выпала такая вот сборка. Оставил героя, вам уже во многих локациях показал, везде он для без доната будет просто офигительный. Сейчас мы его потестим в такой вот сборке на битве гильдий. У нас идет битва гильдий, и вот я покажу вам, как вместе с Ронином, что они могут сделать. Сейчас мы найдем нашего Ронина. Одного из... Вот у меня есть такой вот Ронин. Цепляем ему Феникса. Так, ворожея оставим. Сюда цепляем. Тоже выживание. Выбираем коробочку, ставим так и ставим сюда еще дерево. Анубис. Вместо седны поставим дерево. Вот так вот. Такая вот сборка. Поехали, посмотрим противников. 290, 370. Короче, будем уезжать Джерман сегодня. Так, смотрим. Такая вот раста. Дырочек, к сожалению, рядом нигде нет. Но сейчас попробуем вот залететь с этой стороны, если получится. Вот видите, его уже подслили сразу. 33% у нас отсюда получается. Ну, не так уж и много, значит, будем пробовать залетать вот отсюда. Вот видите, не дают ему включиться даже. Ну, не дают включиться, потому что у нас вот 42%, в принципе, нам этого маловато будет. 49%. То есть максимум. Потом выпускаем сюда Ронина. Ничего себе. Жостик какой-то. Ну, хранитель, вот в принципе, чем хорошо. Да, у него водушки стоят на героях, плюс хранитель, и там нормально дамага дается. Ну, попробуем, сможем ли мы его затащить или нет. 82%, 88%. Ну, как видите, даже у нас Ронин не бил. То есть мы без Ронина фактически. Так, ну что, попробуем. Ну, хотя у нас, в принципе, даже сейчас хватит живы. Не сможет добить. 97%. 97. Так, где у нас здание осталось? Где-то таблетка какая-то одна осталась. А, под огнекрылом. Ну, пробуем. 100%. Хоть мы потеряли всех героев, но без напряга. Можно было бы даже сюда взять деда. Дрейка, точнее. То есть в чем плюс этого героя? В любой сборке он у вас будет выносить около 50. Конечно, зависит от расы, как раз то построят. Но он будет выносить очень прилично зданий. То есть фактически одну четверть карты он выносит сам. То есть в этом его плюс. Причем не надо его качать там в потолок. Ну тут как бы раста вообще печальная. Ладно, попробуем. Дырок нету, к сожалению, нету.
вот с одной стороны зачищаем Ронина. Не знаю, тут, наверное, Ронин сам снесет все. С этой стороны. Вот видите, Фрай его ушатала налегке причем. То есть какая бы у него там сборка не была, как ни странно, он почему-то очень слабенько бьет. Смотрите, Ронин до сих пор у нас жив. Надо было Ронина соживой, наверное, брать. Ну, выкидываете где-то урника. То есть, по сути, на битве гильдии сейчас, в данной ситуации, если у вас будет хотя бы половина таких героев, не надо вам там даже их не крыло, просто Ронина, Ледяного Феникса, и вам этого вполне хватит, чтобы нормально трешивать. Так, окей, с этим решили. Поехали проходить следующего топа. Ну, тут та же самая ситуация. То есть ничего сложного нет. Есть Фрейя, да? Попробуем отсюда за... Посмотрим, сколько он натащит. Так, вот он включился. 42%. Ну, не так и плохо. С той стороны подбили. Сейчас попробуем. Вот, кстати, очень хорошо, что Фрейя выпускает. Сразу же заряжается. Ничего себе, сразу же слили. Но какой-то тоже очень жесткий. Поехали, попробуем с орником. Видите, все-таки Ронин, наверное, живо 9-9 плюс ожог 8. Рунами будет намного лучше, чем Ронин с ожогом 9-9. Более универсальный будет. Ну, тут можно было одним огником пройти это все. То есть однозначно плюс от нового героя на битве гильдий. Есть даже не топовые прокачки, он все равно, ему надо только включиться один раз, и он вас вынесет половину зданий. А если будет еще и раста хорошая с дырочкой, либо здание будет хорошо расставлено, массово кучно, то в принципе вообще никакой проблемы у вас с ним не будет. Единственное, он не желез, он долго жить у вас не будет, об этом я уже говорил, поэтому... Не особо там надейтесь на то, что вы там прокачаете ему какую-то сборку, он будет топовым. Вот сейчас, возможно, он еще ближе подойдет. Да, видите, еще подбил немножко зданий. То есть мы с одной стороны зачистили. Поехали на ворожая, сейчас зависнем. С Анубисом, если нас опять не сольют. Или на Фрейя с орником. Ну, как видите, здесь особо париться даже нечего. Если на битве гильдии. Можно ледяного этого феникса оставлять напоследок, чтобы добить где-то массовую. Тоже добить, но надо быть осторожным, потому что, я же говорю, очень много героев. И автопрокеры возряжаются, и та же Фрейя его просто вынесет с плюшки. Поэтому не особо... Надейтесь на него, но это реально будет очень крутой герой для бездоната. Ну что, поехали последнего топа. Добьем. И такая же самая раста, как и аналогичный предыдущий. Вот единственное, что, кстати, он очень боится, это стрелка с разбросом. Ну и Фрейя, конечно, его сносит. Вот на один раз только вы его максимум используете. И можно тут же кидать Ронина на ворожея. И он будет на нем зависать. Ворожей его не должен слить. Анубис сейчас будет бегать туда-сюда. То есть даже для зачистки вот так вот тоже неплохо, потому что бывает такое, что Ронин начинает бегать по зданиям и бежит в другую сторону. Так вы себе зачистили, чисто оставили одного героя и... 100% на нем можете зависнуть, не боясь того, что Ронин побежит где-то в другую сторону.
Ну, в принципе, вот и вся битва гильдии. То есть, какие бы у вас тут герои ни стояли, это вас никак уже не спасет с такими героями, которых добавляют. 5846. Вот так вот. Все. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.